Всем привет! С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам по ком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам по ком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам по ком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам по ком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам по ком составе сегодня выйдет. И выводи команду вперед! Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Можно забивать. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Мяч потерян, отличный перехват.